Уже завтра в Красноярске пройдет ультрамарафон. Мероприятие стартует в 9 утра от Красноярской ГЭС. Спортсменам предстоит преодолеть 70 километров. 25 участников пробегут по гребню плотины, по тайге и Мининским полям, а также поднимутся на Покровскую гору. Забег завершится в 9 вечера у часовни Параскевы Пятницы. На какие еще события стоит обратить внимание на выходных, узнаете в рубрике «Афиша». «29 сентября в Малом зале Красноярской краевой филармонии пройдет третий тур международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова. Есть возможность посетить выступление в 3 часа и в 7 часов вечера. Вы увидите 6 конкурсантов, которые прошли к этому этапу. На такие концерты мы приглашаем как ценителей музыки, так и целые семьи любителей. От 6 лет дети допускаются в зал. Цена билетов самая демократичная – от 50 до 100 рублей». Это просто праздник какой-то. В преддверии 80-летия Красноярского театра кукол мы открываем выставку «Люди и куклы» в Литературном музее имени Виктора Петровича Астафьева. Люди, которые придут на выставку, смогут посмотреть настоящие театральные декорации, настоящие театральные костюмы, смогут увидеть театральных кукол. Также будут проходить мастер-классы для школьников. Да. Красота – это страшная сила. В выходные можно прийти в музей художника Бориса Ряузова, чтобы познакомиться с удивительной японской культурой. В экспозиции представлены предметы из частной коллекции кавалера ордена императора Японии Марины Рудольфовны Галамидовой. Особенно, конечно же, она будет интересна детям, поскольку представлено очень много японской куклы, японские игрушки. Стоимость билета 60 рублей взрослый, 30 рублей детский билет. Придешь? А че ж не прийти, приду. Только что вы приходите.